Всем привет! Наконец-то у нас в Краснодарском крае наладилась погода. Уже второй день стоят такие теплые солнечные денечки. Вот день, даже, наверное, оттепель небольшая. Тает снежок. Но воздух по-прежнему еще такой свежий, морозный. Погода приятная. Мороз и солнце. День чудесный. Я сейчас иду к нашей импровизированной кормушке для птиц. Хочу добавить корма. Конечно, когда у нас неделю заметало снегом все, птицам было очень тяжело добыть себе пропитание, добыть себе корм. Поэтому мы, сделали вот такую вот импровизированную кормушку и насыпали туда корм. Их очень много прилетало. Сейчас растаяла водичка. Очень много здесь птичек было, потому что везде был снег, занесено. Вон еще даже следы. Вот. Специального корма для птиц у нас нет, поэтому просто вот что туда положу. Корочку хлеба, возможно. Есть у нас сушеные яблочки. Вот такие тоже туда. Может быть, кто-то и полакомится. И есть у нас вот такой вот корм. Это корм... Сейчас, секунду. Здесь различные зернышки, какие-то гранулы. Вообще это корм у дочки для домашних хомячков. Ну, попробуем насыпем. Я сюда еще пшена добавила. Здесь и какие-то травки, и ягоды сушеные, и пшеница. Поэтому попробуем это все добавить. Они с удовольствием этим полакомятся. Так, как бы теперь это все насыпать. Так, одной рукой неудобно просто. Но я думаю, что все, кто прилетят, каждый для себя что-нибудь сможет здесь найти вкусненькое. Тем более сейчас выбор невелик у птичек. Вот. Поэтому будут довольствоваться и этим кормом. Вот просто из пластиковой 5-литровой бутылки вырезали. Так, выбраться бы отсюда. Дорожка к теплице прочищена. Вот. Все растаяло. С теплицы снег весь осыпался. А здесь наши кустарники. Конечно, для растений очень хорошо снег. Температура воздуха у нас на Кубани опускалась прошлой ночью до минус 18. Для многих южных растений, конечно, это критическая температура. Поэтому хорошо, что все завалено, засыпано снегом. По крайней мере, все, что укрылось снегом, то растения сохранятся, не вымерзнут. Ну и, конечно же, корневая система, все укрыта. Теплица. В теплицу снова навозили снег мы, для того, чтобы влагой напитать землю. Соломка. Смотрим здесь следы. Собаки бегают, кошки бегают. Все еще, конечно, в снегу. Такая чудесная погода. Зайцы к нам, кстати, тоже прибегают. Ой, сейчас полезем. Снега очень много.
еще идешь, проваливаешься. Зайцы прибегают к нам. Не знаю, где они здесь у нас живут. И они нам очень, конечно же, вредят. Хотя сейчас и им тяжело, потому что корма нет. Вот, кстати, их следы заячьи. Сейчас я вам покажу. Вот они. Вот они. Что они делают? Они к нам прибегают и объедают наши деревья. Вот. Вот здесь что-то рыли себе, искали. Деревья в нашем саду особенно они отдают предпочтение молодым яблонькам, поэтому у нас все молодые яблоньки, все молодые деревца вот так вот мы уже второй год обматываем, потому что они все съедают. Позапрошлом году высадили 10 деревьев яблонь, и все эти 10 деревьев были просто удачно объедены, кора, соответственно, все пропало. Вот так вот мы защищаемся от зайцев. Вот. Обматываем все молодые деревья. Вот они, пожалуйста, заячьи следы. Вот. Вот они. Вот это все заячьи следы. Бегают, ищут себе пропитание. Даже когда вот снег был несколько дней, они обычно ночами выходят, а это даже среди бела дня. Кушать хочется им. Вот тоже абрикоски молоденькие. Все упутано. Вот они, их следы. Все закрыто. Сажик, а, Сажик, ты пришел поздороваться? Абрикоски наши молоденькие. Уже, кстати, почки готовятся. Сейчас сфокусируем. К пробуждению. Солнце отсвечивает, плохо видно. Что снимаешь? Фазанчики к нам тоже приходят в гости. Но эти хоть не вредят. А вот зайцы, да. Это такие ребята. Яблоньки. Ребятки наши. Вот они. Ребятки-котятки. Тоже снежок нравится, веселяться. Вообще очень красивый зимний сад. Птички поют, синички. Очень много синиц. Вороны каркают. Замечательно просто. Все-таки очень хорошо жить в своем доме, на своей земле. Сажик, ты от кого спрятался? Вот такой красивый зимний сад. Огромное количество воды получит земля, когда все это начнет таять. Это будет замечательно в этом году, потому что в прошлом году была ужасная засуха. Ой, хожу по колено, проваливаясь в снег. Вот они, друзья.
здесь виноград у нас весь прикопан. И как раз ничего ему не страшно.